Поездке Владимира Путина на сессию Генассамблеи посвящена статья во влиятельной газете Financial Times. Издание отмечает, мало кому из мировых лидеров удавалось окружить свое обращение к ООН такой интригой. Журналисты полагают, что Путин совершит, цитирую, грандиозный дипломатический шаг, предложив российскую помощь в борьбе с группировкой «Исламское государство». По мнению автора статьи, Москва намерена поддержать президента Сирии, по меньшей мере, до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о его уходе. Если же он будет свергнут, Россия попытается предотвратить хаос, подобный тому, что последовал за свержением Саддама Хусейна в Ираке или Муаммара Каддафи в Ливии. В борьбе с террористами у Москвы есть общие интересы с Вашингтоном, отмечается в статье.